Ежедневно мы делаем огромное количество снимков, и, к сожалению, большинство из них не очень-то интересны. А вот раньше каждая фотография была уникальна. Сейчас старинные способы фотопечати воспринимаются как целое таинственное действие. Сегодня мы узнаем, как создается вечный отпечаток – амбротип. Или фотографии на стекле. Амбротип – это очень тоненький негатив. Тут нету полутона, видите, сплошное. Изображение, заливка как бы, да, белая. Но если посмотреть на свет, мы видим полутон здесь. Кладем у нас негатив сначала. А для того, чтобы он стал позитивом, мы должны подложить черный фон. И вот готова фотография. Амбротип – это прямой процесс, так называемый. И мы сразу получаем конечный результат. Здесь свет проникает беспрепятственно и засвечивает бумагу. Бумага становится черной. А там, где есть металл, свет не проникает. И бумага остается белой. Так получается отпечаток с негатива. Сначала фотографии делали только на металле, а стойкое изображение уже получили в 19 веке. Массово стали делать фотографии после изобретения Луи Дагера, был такой французский ученый. А в 1851 году появился другой процесс, который я использую. Назвали его мокроколлодионным процессом. Его изобрел англичанин Фредерик Скотт Арчер. Смотрим прямо перед собой. Итак, приготовься, я включаю свет. Это темная комната. Здесь мы подготавливаем негатив к съемке, здесь мы его будем проявлять после съемки. У нас стекло чистое и сухое. Мы готовы лить эмульсию. Мы должны проявить пластинку, пока она еще влажная. То есть сначала мы льем эмульсию, опускаем ее в раствор нитрата серебра, а в эмульсии содержатся соли металлов галогенов, в данном случае йода и брома. И после того, как мы налили эмульсию на пластинку, опустили ее в раствор нитрата серебра, она стала светочувствительной. Здесь находится нитрат серебра в жидком виде. Это называется вертикальная серебряная ванна. Диафрагма – это дырочка, через которую проходит свет. И чем она шире, тем меньше глубина резкости. Зона резко изображаемого пространства. Снимаю. Для этого и существует вот эта вот палочка. Но если ты уйдешь из этой зоны резкости, она буквально несколько миллиметров. Фотография будет испорчена. Готово. Самое главное, не сказал, что моргать можно. Смотрите, у нас здесь отснятый негатив. Вот пошла картинка, видите? Мы сейчас увидим сразу же картинку, которую привыкли видеть на фотографии. Ну вот, мы получили твой портрет по технологии 19 века, объективом 19 века. Да, это, конечно, сложнее, чем фотографировать на телефон, но зато результат впечатляющий. Как создается амбротип, узнали Олеся Андронова и Карина Евдокимова.